Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза, легендарного летчика Алексея Моресьева. Свой первый боевой вылет он совершил в 1941 году, а уже 4 апреля 1942 самолет Моресьева был сбит. Он ползком пробирался к линии фронта. Впоследствии обе ноги Алексею Моресьеву ампутировали, но он не сдался, встал на протезы и в 43-м вернулся в авиацию. Силой своего духа он заряжал и других людей. Вспоминает свою встречу с летчиком-героем и наш земляк, герой России Алексей Чагин. В 1998 году его группа антитеррора попала в засаду. Чагин был ранен и лишился обеих ног. В этот момент ему помог Алексей Моресьев, который навестил ярославца в госпитале. Когда заезжал в свою палату на коляске, там уже такая очередь стояла. Он сидел в моей палате и принимал. Он сказал: «Коли воля судьбы, ты отмечен высшей наградой, не зазнавайся, не уходи в себя. Если есть возможность, помогай людям, помогай. И воспользуйся тем, что тебе есть, у тебя возможности, помогай людям, будет тебе легче». Я знаю, что Алексей Петрович до последнего дня занимался, помогал, квартиры выбивал, помогал ветеранам. Он мне как бы дал вот надежду, что можно жить дальше нормальной, полноценной жизнью.